В городе кардинально необходимо менять подход к утилизации мусора. Нужно активно увлекать в это жителей, которые на сегодняшний день проживают в многоквартирных домах и из этого процесса зачастую исключены. Я понимаю эгоистичное настроение ряда жителей, которые хотят, чтобы около их дома не было контейнерных площадок, не было ничего, а мусор они относили бы к чужому дому, только не к своему. Но порядок мы найдем в городе только тогда, когда каждый из нас, живущий в городе, будет ответственно относиться к этому. В моем понимании, это когда около каждого дома будет стоять контейнер, за который этот дом, жильцы дома, будут отвечать. И дворник будет каждый день следить за тем, чтобы туда никто посторонний не приходил, чтобы мусор там рядом не валялся, чтобы его не растаскивали собаки. Может быть, он будет загружен сеткой, огорожен. И чтобы каждый дом, когда мы говорим о соревновании по благоустройству, друг с другом соревновался. Около какого дома контейнер круче, интереснее, вот такой необычный. Вот тогда у нас будет чистота и порядок в доме. Когда никому не придет в голову везти этот мусор в другой конец города, сваливать его там под окна чужого дома. Ведь у нас сейчас, чтобы мы понимали, 89-й дом. Едут мамы в школу, везут ребятишек и попутно вываливают мусор. Если в течение дня мусорная площадка убирается трижды, это говорит о том, что она чрезмерно энергично эксплуатируется. И там, безусловно, будут нюансы возникать, когда и мусор будет мимо падать на пол и так далее. Вот. И контейнерное оборудование будет изнашиваться намного быстрее. Поэтому это тоже нужно понимать.